Знаете, ребят, я эту игру проходил уже единожды, да? Один раз я проходил эту игру полностью. Именно эту часть и... Она мне запомнилась своей атмосферностью. Своим сюжетом, конечно же. И тем, что там происходило. Кто не видел эту игру, по мере прохождения на данном канале, вы все поймете. Сразу же. Вот, а те, кто видел, тот понимает, о чем я, да, говорю. Надеюсь. Вот. Игра очень атмосферная, игра очень классная и, блин, ну, я рад, что снова буду проходить эту игру. То есть я ее проходил уже однажды полностью, и мне она понравилась, но прям четко что-то прям полностью, я ее не помню, конечно, потому что я проходил ее очень давно, года 2-3 назад, где-то так. Вот, наверное, 3-4 даже год назад я проходил, да, 3-4 года назад я проходил, что-то типа того. Вот, поэтому как-то так. Поэтому, ребят, всем здравствуйте, здравствуйте, приветствую. Всех приветствую на своем канале. Рад вас видеть. И спасибо, что загоновлю сюда, да, на данное видео, в принципе, на канал. Вот. Не поверю, что она здесь, ну, довольно-таки лампово, да, и прикольно. По-своему, свой вайп есть, грубо говоря. Поэтому посмотри видео, если тебе понравится, подпишись, поставь лайк, и мне будет очень приятно, спасибо за то, кто это делает, и проявляет так свою поддержку мне, да, и продвигает канал, это, ну, ни для кого не секрет, спасибо огромное, это очень ценно. Вот, сегодня у нас с вами на прохождении Life is Strange, первый, да, там их три, третья часть снова вышла, я видел, следил за этой игрой. Вторую часть не буду брать, я проходил, и то там вроде эпизоды, как я помню. Я прошел первый, два вроде эпизода, или первый, первые два вроде эпизода прошел, да. И не более того, поэтому, ребят, это так. Полностью я ее не проходил. Да, вторую я не проходил полностью. Вот, как-то так, ребят, как-то так. Поэтому приятного вам просмотра. Саш, поудобнее, надевайте блядик, обязательно. Приятно аппетита, кто кушает, приятно трою. Когда аппетит, то кушает, если не лучше покушать, накладу покушать обязательно. Серика будет очень долго и приятный. Можешь попкорн взять, знаете, можешь чипсики взять, да. Вот, обязательно позови там, не знаю, близких своих, да, там, не знаю, девушку, семью. Саш, поудобнее. Надевать пледик обязательно. Для уюта, да. Приятного вам просмотра, приятного просмотра. И мы, собственно, начинаем проходить. Life is Strange 1. О, привет! Life is Strange — игра, в которой все принятые вам решения отражаются на прошлом, настоящем и будущем. Выбирайте с умом. Вот так, ребят, понимаете? Тут не только зависит, ну, не только, как говорится, на концовку, да, зависит. На концовку. Тут вообще не на концовку зависит наш выбор, да, а на, в принципе, сюжет. Как я помню, камера. То есть на прошлое, на будущее и на настоящее. Главной героине. О! Где я? Что происходит? Попала в бурю? Как я здесь оказалась? Да где я вообще? Постойте, там маяк. Если я доберусь, то буду в безопасности. Надеюсь, хоть подойти. Давай лучше сделаем, знаешь как? Я камерку так опущу, чтобы вам было видно, да, что сверху происходит. Что там пишут? Ты
Кстати, ребят, скажу вам сразу, я проходил эту игру без... Ебать, что такое большая сенса? Я проходил игру без русской озвучки. Здесь русская озвучка... Ну как, ее официально нету, но... Я думаю, я вроде уже на монтаже показал, да? Внизу, там, внизу. Ну вот, еще раз продублирую озвучку, да? Кого? Кто это озвучивал? И посмотрим, как будет работать, в принципе, игра. Вот, и посмотрим, как, в принципе, будет, ну, озвучено. Мне даже интересно стало. Вот. Я думаю, фанаты, которые именно, ну, переданные игры, есть. Я думаю, они за этим следят. Я не знаю, как, в принципе, это все установить. Вот. В интернете вся информация есть, как-то можно установить. Это русификатор обычно, да. Ну, как, русификатор? Ну, по факту, да, русификатор от... От людей, которые решили этим заняться, и все. Посмотри, я просто говорю, я проходил на английской. Так, что я хотел-то? А, я проходил на английской версии, то есть без русификатора. Есть русификатор, прикольно звучит, кстати. Э, мать! А, все, не работаешь? Серьезно? Серьезно, да, блядь, серьезно? Тебе. А, блядь. Shift, перемотка. Заработало. Вот так. И наступил конец света. Так, ладно, да, я погромче, наверное, сделаю, да? Речь. Чтобы погромче она была. Почему бы нет? Вот, а эффекта, наверное, поменьше. Где мы вообще? Непонятно, где мы вообще с тобой, слушай. Тут девочку играем, да? Какая-то карта. О, смотри. Карты, вот, смотри, череп еще нарисован. Странная тема. Так, я понял, в чем ошибка. Твою мать! Необычно слышать эту русскую озвучку, кстати. Необычно. Воу! Нет! Воу! Это было так реально. Я сказал, что фильмы — это маленькие частички времени. И это можно с тем же успехом отнести и к фотографиям. Так. Я в классе. Все хорошо. Я в порядке. В свете и во тьме, в цвете и контрасте. А теперь, вы можете назвать меня фотографа, который идеально запечатлел человека в черно-белом? Я точно не спала. Да и не похоже это на сон. Странно. Диана Арбус. Молодец, Виктория. Почему Арбус? Из-за безнадежности в ее работах. Ты чувствуешь угнетение, когда видишь грустные глаза матери и детей. Она вроде как видела человечество измученным, так? Полная чушь. Только никому не говорите. А если серьезно, ведь каждого из вас можно подкараулить в переулке и заснять момент полного отчаяния. Да и со мной вы можете... Какой кошмар. Если я покажу ее мистеру Джефферсону, то позорюсь перед всем классом. Бля, прикольно, если звучит. Очевидно. А серьезно? Может, Арбу стоило фотографировать людей, когда поверить они поверить не могу, что я все еще ношу этот пенал. Надо бы купить что-то из 21 века. Хотя, мне нравится раритет.
Должна признать, я не такая большая поклонница ее работ. Мне больше по душе Роберт Фрэнк. Согласен, Виктория. Люблю свою аналоговую камеру. Он запечатлел Америку. Надо по-быстрому сфоткаться. Обстановке. Но относительно экономики того времени, она такой и была. Вся прелесть в контрасте. Без горя не бывает радости. Похоже, Макс сейчас делала так называемое селфи. Дурацкое название для отличного фотоприема. А у Макс к этому талант. Разумеется, вы знаете, что фотопортреты стали популярны с начала 19 века. Так что ваше поколение не первое, которое использует селфи для самовыражения. Простите, не смог удержаться. Суть в том, что портретура всегда была важным аспектом как в живописи, так и в фотографии. Вот как-то так. Итак, Макс, раз уж ты привлекла наше внимание и хочешь поучаствовать в разговоре, то не могла бы ты назвать нам процесс, который подарил нам первые автопортреты? Вы спрашиваете меня? Дайте подумать. Ты либо знаешь это, либо нет, Макс. Здесь есть люди, знающие ответ на вопрос? Это был Луис Дагер, французский художник, который изобрел дагеротипию. Процесс, который дает портретам зеркальный эффект. Со своими ретро-штучками ты забыла основы. Печалька. Очень хорошо, Виктория. Дагерский процесс позволил нам различать детали на лицах людей. Я давно не вела свой дневник должным образом. Первые американские дагер... Если кто-то еще это увидит, что они подумают? Ох, ё-моё. 1 октября. Кстати, этого не читал. Давайте почитаю. Почему нет? Вот 8-я страница. Предыдущая. О-о-о, читать и читать, ё-моё. Давайте по странице в этом. По странице все любим читать, почему бы нет. 9 июля 2014 года. Меня зачислили в Академию Blackwell. Если бы слова могли танцевать, они устроили бы сейчас рейв. Я ни разу не была на рейвах, но какая разница, ведь меня не приняли в Академию Blackwell. Никогда бы не подумал, что буду так рада возвращению в свой родной город. Но когда я увидел письмо от комиссии, сердце зашлось бешеным ритмом. Я думал, там будет «Извините, спасибо за старание». Я зависла на пару секунд перед прочтением письма. Наслаждалась последним моментом блаженного неведения. Но увидев слово «поздравляем», я, кажется, закричала. Мама плакала, отец смеялся. Странные они у меня. Но родители счастливы, а это значит, что они дадут мне больше денег на карманные расходы, ведь образование в Блэквилле бесплатно. Выходит, я смогу купить себе новую одежду, и если получится, выпустить ноутбук. Ой, я все еще ору внутри, что поступила в Академию Блэквилл. Вот так вот, ребят. Пролог. О. Ну, вот это... О, папа, отпразднуй свое 18-летие как следует. Да, ты теперь взрослый, но для нас все равно останешься малышкой. Проверь свой банковский счет, не потрать все сразу. Макс, ты тут? Всегда. Ты в порядке? Хочешь с ним попить со мной чаю? Конечно, я буду свободна после 4. Увидимся. Кейт. Мама, с днем рождения, Максим. Максим. Мы до сих пор не можем поверить, что прошло уже 18 лет с тех пор, как ты родилась. Уоррен. Ой, хочешь попить кофе после занятий? Мне нужно отвлечься от учебы. Пожалуйста, не забудь заценить фильм «Некромантик». Он на моей флешке. Муха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Эй, безумная Макс, год оторвемся. Ой, стопэ. Мне нужно готовиться к тесту по физике. Так что если мы вдруг что-нибудь сломаем, надо будет высчитать момент силы. Не игнори меня. Типный автопортрет был сделан Робертом Корнелиусом. Вы можете узнать о нем все в своем учебнике или даже в интернете.
Ребята, не забудьте принести фотографии для конкурса «Герой дня». Победитель полетит со мной в Сан-Франциско, где его фото будет показано всему миру искусства. Это отличный старт для карьеры фотографа, так что Стелла и Алиса, соберитесь. Тейлор, не прячься, я все еще жду твою работу. И да, Макс, я вижу, как ты притворяешься, будто не видишь меня. Виктория собралась победить, как и всегда. Блин, ребят, честно скажу, да, это непрофессионально, как я знаю. Виктория не упускает возможности подлизаться. Да, это не профессиональная озвучка, но это классно звучит. То есть это, ну, подходит к игре, почему нет? Я понимаю, что некоторым хотелось бы профессиональную озвучку, да, как вот есть игры, которые официально, да, с русской озвучкой есть и тому подобное. Но это тоже неплохо, это лучше, чем ничего, ребят. Ну, типа, поверьте мне, я, который проходил эту игру с английской, реально, типа, ну, я сам читал субтитры, я проходил с английской озвучкой, да, я углубился в эту игру, да, грубо говоря, почувствовал ее атмосферность, но эта русская озвучка дает, ну, как сказать, дает возможность намного проще углубиться в нее, то есть слушаешь просто и углубляешься проще, а не читаешь, потом только углубляешься, то есть, ну, такая тема, я думаю, вы меня поняли, надеюсь. Вот, ну прикольно звучит, прикольно, мне нравится. Пока что нравится. Интересно. Так, шо? О, фотооборудование, давай. Черт, у них штативы из карбонового волокна. И оголовье закрепляется. Представляешь? Боже. Было круто, когда мистер Джефферсон сделал фото класса в первую неделю. Хоть я и не хотела быть на фото, было охренительно наблюдать, как он нас кадрирует. Кадрирует, снимает вообще-то, ну ладно. Черт, у них штативы из карбонового волокна. И оголовье закрепляется. Боже, какая я фотозадротка. Приятно видеть, что фотографии мистера Джефферсона напечатали в журнале. На, взглянуть. Потрясный принтер. С радостью распечатала бы на нем свои фотографии. И устроила выставку своих работ. Кто-то уже работает за этим компьютером. Круто. О, это что-то вроде этого, фотошопа. Прикольно. Ну, видите, как я понимаю, наш главный герой учится на фотографа. Даже ее дневник в подарочной обложке. Поверить не могу, что она подшутила надо мной перед всем классом. Ей что, 15? А ведь все смеялись. Следовало догадаться, у нее оборудование лучше, чем у Академии. Держите, ребят. Товар GRL-T64S. С обладая мощностью и скоростью нового поколения и невиданной отзывчивостью, GRL-T64 отличается расширенными функционалом и улучшенным управлением. Он снимает то, что вы хотите и где хотите. Все фотографии сохраняются на память камеры в формате JPEG. В превосходном качестве, с новым уровнем глубины, резкости и четкости. Нифига себе, $6000. Куда тебе надо $6000? Куда? Блин. Кумок. А ну-ка. Теперь я жалею, что прочла это. Развидеть. Дорогая Кейт, мы в восторге от порно-ролика с тобой, чмок, Академия Блэквелл. Понятно. Привет, Кейт. Оу, привет, Макс. Ты какая-то грустная. Я просто задумчивая. Понятно. А ты не хочешь попить чаю, поболтать со мной? Спасибо, но не сегодня. Мне надо сделать домашку. Ничего, пересечемся. Конечно. Ну, есть, конечно, моменты, да, где звучит она так. Ну, типа, очень резко. Вот, но в любом случае, почему нет? Это лучше, чем ничего. Обалдеть! Да у него лучшая плазма во всей Академии. Поскорей бы посмотреть на ней пару документалок.
Плакат с рекламой конкурса. Мистер Джефферсон очень хочет, чтобы я в нем участвовала. Зачем? Не думаю, что я готова к своим 15 минутам бесславия. А вы герой дня? Узнайте, примите участие, чтобы победить. Герой дня – фотоконкурс. Пишите фотографию, которая лучше всего отображает ваш или чужой героизм. Крайний срок – 9 октября 2014 года. Победители отправятся в Сан-Франциско и будут представлять свою школу на национальном уровне. Состязание героев дня состоится 11 октября 2014 года в галерее Zeitgeist. На рассмотрение можно отправить одну работу утвержденного формата. Лицам, недостигшим 18 лет, необходимо приложить разрешение от родителей. Ну все, погнали, короче, это все. Я вижу тебя, Макс Колфилд. Даже не думай уходить, пока мы не поговорим о твоей работе. Понятно. Спалил, да? Ну понятно. Я не допущу, чтобы будущая звезда среди фотографов упустила свой шанс. А я должна? Просто не думаю, что это так важно. Макс, фотографируешь ты лучше, чем врешь. Знаю, выслушивать лекции от какого-то там старика – то еще западло. Но жизнь не станет играть с тобой в догонялки. Ты молода, все еще впереди, бла-бла, верно? Но у тебя есть талант. Ты одержима фотографиями. Тебе хочется запечатлеть мир таким, каким ты его видишь. И все, что тебе нужно – это набраться смелости и поделиться этим талантом с остальными. Вот что отличает художника от любителя. Правда? Ну все, пока. Ты не говорил мне, как хорошо я выгляжу. Я собирался. Не буду я платить. Ты всегда хорошо. Добро пожаловать в реальный мир. Ты серьезно? Секс. Тогда во время занятий я отправлю тебе особое фото. О, вот она. Пошла, Сави. Мне срочно нужно в туалет. Ополоснуть лицо и убедиться, что я не похожа на неудачницу. Скоро, Никс. Короче, у нас главная героиня застенчива, да, и такая прям скромненькая такая прям. Такая вот, да, как я понимаю. Действительно, у нее выход это... Музычка. Life is Strange. Прикольно, да, сделано. Вот это прикольно сделано. Хризалида. Ненавижу амбалов вроде Логана. К тому же он из циклона. Кажется, она пропала несколько месяцев назад. Рэйчел Эмбер. Ладно, let's go в туалет. Здесь пусто? Хорошо. Никто не увидит мою кислую мину, кроме меня. Ну вот зачем кто-то пишет подобный бред? Понятно. В последний раз, когда мне вкололи вакцину от гриппа, я им заболела. Так что сосите. Хорошо. Сделай прививку от гриппа, пока еще не поздно. Начни заботу о своем иммунитете сегодня. Ну... Такое чувство, что вселенная издевается надо мной, куда бы я ни пошла. Все началось с этого странного сна в классе. Неужели я схожу с ума? Не знаю, мать, не знаю, честное слово. Расслабься, перестань себя мучить. У тебя есть талант. Хуйня все. Когда закрывается дверь, открывается окно. Или что-то типа того. Там было написано, ладно, дракуша, такое фото не каждый день сделаешь.
Да. Он, ненавижу Викторию Чейз. Кейт трясет. Трясет попка во имя Господа. Такое сейчас. Бабочка. Что же она означает, да? Все хорошо, Нейтан. Не паникуй. Все в порядке, бро. Сосчитай до трех. Не беспокойся. Это твоя школа. Захочешь, взорвешь ее. Осуждаем. Ты че? Ты босс. Какой ты босс, молокосос ты? Вот это, блин. Чего тебе? Опа. Надеюсь, ты проверил периметр, как сказал бы мой чмошный отчим. Итак, перейдем к делу. Нет, у меня ничего. Врешь. У тебя до жопы бабла. Ими владею не я, моя семья. Боже мой, бедный малыш. Я знаю, что ты толкаешь дурь здешним деткам. Думаю, твоя уважаемая семейка поможет, если я обращусь к ним. Предвкушаю заголовки в газетах. Не втягивай их в это, сука. Скоро все узнают, что Нейтан Прескотт торчок, который ноет, как девчонка, и говорит сам с собой. Ты не знаешь, кто я, блядь, такой. И что я могу сделать? Где ты его достал? Что ты творишь? Ну же, опусти его! Не смей мне указывать! Меня достало, что люди пытаются мной помыкать! Из-за убийства у тебя будет гораздо больше проблем, чем из-за наркоты. Да по такой швали даже скучать не стану! Убери от меня пушку, псих! Нет! Опа, что это? Опа. Ну? Что за хрень? Как такое возможно? Я была в туалете. Он застрелил девушку. Я подняла руку. Кого? А затем оказалась здесь. Дежавю, чешо? Или предсказательница? Эту лекцию я уже слышала. Или она возвращает время назад? Над Кейт снова издеваются. Если у Виктории зазвонит телефон, это все взаправду. А теперь, вы можете назвать меня фотографом? Блин, я не могу в это поверить. Запечатлел человека в черно-белом. Ладно, раз уж я схожу с ума, то нужно идти до конца. Баллер? Неужели я правда могу поворачивать время вспять? Молодец, Виктория. Почему Арбус? Из-за безнадежности в ее работах. Ты чувствуешь угнетение, когда... Ну, перематываем время, перематываем. Я смогла! Я сделала это! Чё это, мать? Я хочу себе машину времени. Ты это троешь вообще? Кто-нибудь? Макс, не психуй. Пока рано. Молодец, Виктория. Почему Арбус? Из-за безнадежности в ее работах. Ты чувствуешь угнетение, когда... Когда я сделала селфи, Джефферсон задал мне вопрос. Если он сделает это снова, похоже, значит, все взаправду. Так называемое селфи. Дурацкое название для отличного фотоприема. А у Макс к этому талант. Я точно знаю, что не сплю. Знаете, что все реально. Стали популярны с начала 19 века. Понял. Века. Так что ваше... Я могу обращать время. Использует селфи для самовыражения. А что, если та девушка еще не умерла? Суть в том, я смогу ее спасти? Всегда было важным аспектом как в живописи, так и в фотографии. Нужно быстро отправиться в туалет и проверить. Итак, Макс, раз уж ты привлекла наше внимание и хочешь поучаствовать в разговоре, то не могла бы ты назвать нам процесс, который подарил нам первые автопортреты? Извините, мне плохо. Можно выйти? Отличная попытка, Макс. Но так просто тебе не отделаться. Поговорим после занятий. Здесь есть люди... Вот черт! Джефферсон хочет оставить это меня после занятий. А ведь мне нужно спасти девушку. Геротипию. Процесс, который дает портретам зеркальный эффект. Со своими ретро-штучками ты забыла основы. Печалька. Очень хорошо, Виктория. А если я отмотаю время и дам правильный ответ? Детали на лицах людей. Let's go.
так, Макс. Раз уж ты привлекла наше внимание и хочешь поучаствовать в разговоре, то не могла бы ты назвать нам процесс, который подарил нам первые автопортреты? Конечно. Дагерский процесс. Теорию разработал французский художник Луи Дагер в 1839-м. Похоже, ты изучаешь материал так же хорошо, как и позируешь. 39-м написано 30-м. Так держать, Макс. Ну, Дагерский процесс сделал портретуру невероятно популярной. В основном из-за того, что он дал возможность искать новые детали. Вы узнаете больше, когда прочтете заданные на дом главы. Макс пока обходит всех остальных. Ребята, не забудьте принести фотографии для конкурса «Герой дня». Победитель полетит со мной в Сан-Франциско, где его фото будет показано всему миру искусства. Это отличный старт для карьеры фотографа, так что Стелла и Алиса, соберитесь. Тейлор, не прячься, я все еще жду твою работу. И да, Макс, я вижу, как ты притворяешься, будто не видишь меня. Макс, ты не сходишь с ума. И это не сон. Пора бы тебе стать героем дня. Что-то прям... Следовало догадаться. У нее оборудование лучше, чем у Академии. Так это мы видели. Хорошо, ответила Макс. Как ты? Выглядишь бледный. Кейт, а мы сегодня говорили? Только сейчас болтаем. А что? Прости, я сегодня торможу. Такой день тяжелый. Я тебя понимаю. Выходишь в свет. И неважно, кто выиграет. Поскорее бы прошло. Ну ладно, мне идти надо. Надеюсь, позже пообщаемся. Посмотрим по самочувствию. Спасибо, Макс. Трэш. Ну что ты хочешь от меня? Давай. Извините, мистер Джефферсон, можно с вами поговорить? Да уж, извинись. Нет, Виктория, ты нас прости. Я не допущу, чтобы будущая звезда среди фотографов упустила свой шанс. Я не упущу, просто... То есть ты просто ждешь подходящего момента? Именно так. Макс, только не затягивай. Как сказал Джон Леннон, жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты оживленно строишь другие планы. А теперь иди. Сюда ты звукал. Я не хочу тебя задерживать. Чему нет? И у всех должна быть такая возможность. Я всего лишь хочу поделиться своим талантом с миром. Я вижу тебя, Макс Колфилд. Даже не думай уходить, пока мы не поговорим о твоей работе. Я не допущу, чтобы будущая звезда среди фотографов упустила свой шанс. Я почти готова. Как сказал Джон Леннон, жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты строишь другие планы. Макс, ты сегодня отжигаешь. Все ответы правильные. Постарайся сегодня закончить. Я верю в тебя. Спасибо. Все, пока. Бежим! Бывает трэш какой-то, да? Интересно. Надеюсь, я успею добраться до туалета. Давай, побежали. Пожалуйста, пожалуйста. Нельзя никому говорить. Скажут чокнутое. Ну, то, что он умеет управлять временем, не то, что это не есть хорошо, кстати, самое интересное. Итак, Макс, повтори каждый шаг. Я умылась. Порвала фотографию. А затем сюда прилетела бабочка. И я ее сфоткала. Не втягивай их в это, сука! Ой, прошу прощения, ребят. Ты не знаешь, кто я, блядь, такой! И что я могу сделать? Не смей мне указывать! Вау, все идентично. Мной помыкать. Нужен молоток, чтобы разбить стекло. Гораздо больше проблем, чем из-за наркоты. Кто такой, такой шпалин? Даже скучать не стану. Убери от меня пушку, псих! Вот. Твою мать, я не могу этого допустить. Нет. Если отмотаю время назад, то спасу ее. Кто такой, такой шпалин? Даже скучать не стану. Убери от меня пушку, псих! Не может быть! Никогда ко мне не прикасайся! Урод, она сказала.
Может починится, она не знает. Твой дерьмовый денек. Он не убил ее. Как такое возможно? Я видела, как девушку застрелили, а потом спасла ее. Что за пиздец? Какой вопрос? Успокойся. Эй, ты слышишь сирену? Нет. Ты должна быть на улице. Мне правда? Нужно было в туалет. Все девчонки так оправдываются. За что оправдываться? Что бы ты там ни делала, у тебя на лице написано, что ты виновата. Меня врасплох заставили. Тогда проваливай отсюда, девчуля. Или ты там что-то прячешь, а? Благодарю, мистер Мэтсон. Все находится под контролем. Ничего не случилось. Оставьте Макс Колфилд в покое. И, пожалуйста, вырубите сирену, ведь это ваша работа. Все, пока, я тут даже разговаривать не хочу. Ладно, что он хочет? Да, поговорим с ним. У тебя взволнованный вид. Ты в порядке? Я просто волнуюсь за свое будущее. Я вижу, ты нервничаешь. Ты ничего не скрываешь? Можешь быть откровенной со мной, Макс? Да, конечно. Ты сделала что-то плохое. Ведь так? Макс, расскажи. Блин, ну, выбор, кстати, интересный. Но сучет на Нейтане не рассказывает о Нейтане. Мы знаем из того диалога, что он какой-то богатый пацан, да, чем-то занимается. Богатый. Получается, он сможет, ну, если на него сучет, в любом случае это ничего не даст. Я думаю так, мне так кажется. Вот. Да, не рассказывать. Ну, типа, можно, конечно, начать, но смысл... Типа, если у него там богатые родители, там вообще все равно будет, поверьте. Надо не рассказывать, чего нет. Мне просто стало плохо. Женские штучки. Только вот ты ходишь как зомби. Думаешь, ты первая, кто так отмазывается? А что ты знаешь-то, а? У меня голова закружилась на уроке. Расскажи, что ты скрываешь? Можешь доверять мне? Да нечего тут скрывать. Стало плохо. Знаете, так бывает. Опять это подростковое нахальство. Знаешь, Макс, с меня достаточно. Ты здесь только 3 недели, а уже создаешь проблемы. Не думаю, что твоим родителям это понравится. А теперь выйди на улицу. Пожалуйста. Нет, он явно не купился на эту ложь. Возможно, я только что спустила свою стипендию в унитаз. Тимол означает, что ваш действие будет иметь... Конечно, я могу перемотать время и сказать ему правду. Да нет, смысла нет. Короче, бабочка будет знать, что наше действие повлекло за собой какой-то, да. Какой-то выбор в будущем, не знаю. Наш выбор повлечет за собой какие-то действия в будущем, вот. О. А что я сделал-то, блядь? Интересно вообще, блядь. Не нравится, то даже сейчас говорить больше не буду. Что, блин, нормальный человек вообще? Ну хорошо. Добрый день. Извини, Макс. Знаю, все любят подписывать петиции, но ты могла бы сделать мне одолжение и выслушать меня. Конечно. У меня всегда есть время для вас. А о чем петиция? Дэвид Мэтсон, начальник охраны, хочет разместить камеры наблюдения по всему кампусу. В коридорах, в классах, в спортзале и даже в общежитии. Академия Блэквелл – это высшая школа, а не тюрьма строгого режима. Это безумие. Конечно, в школах должны быть меры безопасности, но камеры в кабинетах? Это скользкая дорожка. Общежитие. Именно ученики Блэквелла решают, что будет дальше. У Академии Блэквелл богатая история. Начиная с коренных американцев, основавших эту землю, и заканчивая учеными, которые хранили на этой земле мир. Вы много знаете о Блэквелле для учителя науки. Наука — это история, Макс.
Мне бы хотелось преподавать местные предания и легенды. Я знаю много фактов об этом месте, которые тебе было бы интересно узнать. И прежде чем снова утонуть в учебе, подпиши петицию. А то наш кампус вернется в 1984 год. Я отсниму эту игру. Кто понял, тот понял, да? Я отсниму эту игру. Это просто мем. Жесткий. А вы бы не могли? А вы бы не... Понятно. Ну, я отсниму тебе эту игру. На серийку, может быть. Может быть, на две, не знаю. Посмотрим, как зайдет. Но отсниму ее. Что-то прям флешбэк мой. Прошу прощения, ребят. Конечно, я не против безопасности, но камеры — это уж слишком. Я знала, что ты не просто так стала моей любимой ученицей в Блэквилле. О-о-о! Это здесь будет иметь последствия. Хорошо. Опа-опа-опа. Хейден. Шолдерс, да? Привет, Хейден. А вот и она, любительница ретро-селфи. Да, это я. А ты, Хейден, как всегда расслаблен. Учиться в Блэквилле тяжело, особенно когда ты состоишь в циклоне. Но тут нечем хвастаться. Ты правда хочешь, чтобы Нейтан был представителем циклона? Я тебя умоляю. Все просто ненавидят Нейтана. Как по мне, он нормальный. С ним весело тусить, а ненавистники пусть идут нахуй. Мне кажется, что он дико неуравновешен. У Нейта есть свои загоны, но они есть у всех. Я еще не знаю. Да, про клуб Циклон спросим. А что из себя представляет Циклон? Он кажется таким элитным? Только для тех, кто недостаточно крут. Но в нем есть большие преимущества. Ну, как скажешь. Да. Но тебе следует как-нибудь потусить с нами. Перестанешь сплетничать о нашем клубе. Ты хочешь, чтобы я потусила с вами? Такое ощущение, что это все выльется в злую шутку. Расслабься, параноик. Мы просто умеем развлекаться. Мы не такие злые. Неприятно думать о вечеринке, когда тебя окружают все эти плакаты с Рэйчел Эмбер. Ты права. Рэйчел тусила с нами. Классная девчонка была. Умная и нестервозная, как сама знаешь кто. Так ты знал Рэйчел Эмбер? Я знаю, что она любила тусить. С ней было весело. Да и внешне она была очень даже ничего. Что же с ней случилось? Ну? А что случается с людьми, которые исчезают без следа? Рэйчел тоже была членом клуба «Циклон»? Нет. Мне всегда казалось, что у Рэйчел есть свой клуб. Она была для нас слишком крута. Но я этого не говорил. Как Виктория относилась к Рэйчел? Похоже, она очень ревнивая. Не думаю, что ты так хорошо знаешь Викторию. Она уважала Рэйчел, хоть и не показывала этого. Теперь я просто в замешательстве. Вот так загадка. Ну ладно, потом поговорим. Вот и все, Макс. А теперь надо собраться и продолжить учебу. Приходите с Даной тусить с нами. Дай пройти. Ну, а поговорим. Привет, Брук. Дай угадаю, ты хочешь поуправлять моим квадрокоптером? С радостью. Я люблю самолеты, аэропланы. Но это ни то, ни другое. Сейчас, дай. Ты знаешь, что такое квадрокоптер? Дай посмотри, что это такое. Это оружие? Опа, в кармашек. Да. Пока. Ты попутал его с беспилотником. Пока. Для тебя это слишком сложно. Забавно. А ведь Уоррен говорил, что ты умная. Пожалуйста, отойди. На следующий день, блин, на Авито где-нибудь. Продаю квадрокоптер. Ни бит, ни крашен. Ни одной детали не крутилось. Затонированный в круг. Наверное, что-то не то, да, сказал. Прошу прощения. Присесть. Вернуть. Как же... Опа.
Хай, Макс, не могла бы вернуть мою флешку? Мне нужна кое-какая инфа с нее. И место, ау. Сорян, опаздываю, безумный денек. Встретимся на парковке, буду ужасно круто выглядеть. Поймешь, когда увидишь. Уже приготовила камеру, скоро увидимся, надеюсь. Так, надеюсь. Мне следует сходить в общагу и взять там флешку. Ну, будем ли с ним всем общаться? Я думаю, не стоит, да? Не, можно, конечно, пообщаться со всеми. Ля, смотри, ну ты посмотри. Разлеглась такая, о, кайфует, смотри, кайфует. Да, в реальной жизни легла бы, там уже какашка не была бы. Чё не какашка. Пошли. Могли бы, конечно, со всеми поговорить сейчас, но это на всю серию затягивает. Зачем? Давай, Логан, кидай сюда. Есть. Надо подняться в комнату и забрать флешку Орена. У меня постоянно кружится голова от мысли, что теперь есть своя комната. О, привет, Макс. Есть. Что читаешь? Люби сейчас или умри навеки. Только ничего не говори. Это бестселлер. Что сказать? Точно. А теперь прошу извинить. Привет, Самуэль. Что ж, и тебе привет. Откуда все эти плакаты про Рэйчел Эмбер? Это известно только ей одной. Думаю, да. Просто из-за них так грустно. Солнце свет не разукрасишь. Как думаешь, что случилось? Лучше не думать о прошлом. Сэмюэл двигается только вперед. Как часы. Ты знал Рэйчел? Как можно быть с кем-то знакомым, если только в страхе за ним наблюдаешь? Мне нужно идти красить. Не. Увидимся, Самуэль. Будь аккуратнее, Макс. После уборки я буду красить. Робот разговаривает. Ну ладно. Привет. Привет, Макс. Тебе понравилась лекция? Не могу ее припомнить. Думаю, я не особо обращала на что-то внимание. Что-то случилось? Макс, пожалуйста, оставь меня одну. Прости. Макс, пойми уже. Ладно. Ну, пошли в общагу. О, это Макс Колфилд, местная селфи-блудница. Что за дрянная уловка? Привет, я Макс. Даже Марк, мистер Джефферсон, купился на это хипстерское дерьмо. Ты уже себя описала. Дагерский процесс, сэр. Да ты это еле выговорила. Привет, тебе, Макс, наверное, знаешь, твои таблетки помогли. Осуждаем сюда. Какие таблетки? Ты что несешь вообще? Нормально все? Раз уж ты все знаешь, я думаю, ты найдешь другой вход в общагу. Мы не сдвинемся. Постой, замри на секунду. Как оригинально. Не бойся, Макс. Прежде чем опубликовать это фото, я наложу на него винтажный фильтр. А теперь свали-ка на все четыре селфи. О да, Виктория. Я уберу твой костлявый зад с моего пути. Есть. Ну, вообще все равно, да? Какого черта? Да вы шутите? Только взгляните. Тише, Виктория, это просто вода. Ну да, вода пропитала кашемир. Вы хоть знаете, сколько стоит эта блядская рубашка? Выглядишь отлично. Ну, понятно. Теперь даже на ступеньках не посидеть. Ну понятно, понятно. Ты понимаешь по-английски? И исчезни. Ты понимаешь по-английски? А? Что?
Сейчас поменяю. Так. О, пацаны, дайте поиграть. Дай поиграть. Ой, это что такое? Можно туда пойти? Это что такое вообще? А, ну понятно. Угу. Что это? Бро! Бро! Здесь, бро! Так. Ладно, проверим, да, получится ли. Вообще все равно ему. Ну, он робот же, я уверен, что он робот. Ну, вообще все равно. Старому Самуэлю жаль. Такая краска волосам не идет. Простите. Держись от меня подальше, чудила. Понятно, понятно. Подожди, подожди, мы сейчас принесем полотенце. Шевелитесь, а то я высохну. Типа клевая. Не шутите с Макс, сучки. Типа клевая. Ну что? А, привет, Виктория. Чего тебе, Макс? Давай поддержим, ладно. Мне так жаль. Это была отличная рубашка. Да, была. Но я куплю себе новую. Она лишь притворяется. Ну, зачем? Похоже, ты разбираешься в выборе модной одежды. У меня и правда есть талант. Так сказал мистер Джефферсон. Я видела твои снимки. У тебя интересный взгляд. Как у Ричарда Авидона. Он один из моих кумиров. Спасибо, Макс. Надеюсь, эти неряхи принесут полотенце, пока я не высохла. Ну да сейчас, ребята, ей отвечать. Ты заслуживаешь лучшего снимка. Прости, что не дала пройти, и за это на все 4 селфи. Это было грубо, но так забавно. Просто у меня эти дни. Я тебя прекрасно понимаю, Виктория. Увидимся. Аруа. Добро пожаловать, что такое, Эль, ходи. Возможно, Виктория просто меня разыграла, и надо было подыграть. Надо зайти домой перед тем, как идти к Орену. А, то есть мы можем... А, давай попробуем. Да, сейчас. А в чем прикол? Возможно, Виктория просто меня разыграла. И надо было подыграть. Надо зайти домой перед тем, как идти к Орену. Ладно, пошли. Не будем ничего менять. Я хотел сказать, нельзя ей отвечать. Зачем отвечать ей тем же? Как? Зачем отвечать ей тем, так сказать, той же картой? Отвечает она. Виктория разозлится, мы так задержались. Да. Так, let's go. Печально. Я ничего не написала. Мне нечего сказать окружающим. Да хоть нарисуем что-нибудь. Ну, понятно. Давай мы с тобой здесь. Сейчас. Милый дом, люблю свой кокон. Давай мы с тобой здесь остановимся. Серийка так длинно получилась. Спасибо за просмотр, такая серийка была. Если тебе не сложно, поддержи, пожалуйста, мой канал и, в принципе, это видео, чтобы оно продвинулось дальше, чтобы YouTube его продвигал и чтобы канал продвигался, да, как-то.
Вот, спасибо, кто тебе это сделал, да, и кто-то делал, тоже спасибо заранее. Огромное спасибо. Вот, в принципе, все. Спасибо еще за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.